Мотивация для одних – решение кадрового вопроса для других. Югра – активный участник программы «Земский учитель». Федеральный проект позволяет привлечь педагогов в небольшие населенные пункты. В качестве социальной поддержки приглашенные специалисты получают выплату в размере 1 000 000 рублей на улучшение жилищных условий. Из Октябрьского района сюжет Евгении Самойловой. Ребят, всем доброе утро. Сегодня у нас с вами по плану стоит контрольная работа. И контрольная работа у нас сегодня будет по теме «Имя числительное». Еще недавно Александра Визгалева сама писала контрольный, сдавала экзамены. 23-летняя выпускница пединститута приехала в Югру с Алтая, пройдя конкурсный отбор по программе «Земский учитель». Ехала с той целью, чтобы действительно поработать с детьми, потому что детки все равно здесь другие, все равно интересно было себя попробовать в этой сфере. А расстояние, да, действительно большое у нас, расстояние больше 2000 километров, Алтайский край и Хатамасийский автономный округ. Многие удивляются, когда спрашивают, говорят, как тебя занесло, как получилось, так не жалею. В школе, где преподает молодой педагог, 480 детей. Небольшое количество школьников в классах дает возможность уделить внимание каждому ребенку. Но чтобы эмоционально не выгореть, допустить как можно меньше ошибок на начальном этапе, в помощь опытный наставник. Обязательно нужно вовремя поддержать и подсказать, и общение с детьми какие-то моменты, и по уроку, ну какие-то и житейские даже проблемы. Потому что я понимаю, что если не подсказать вовремя, не поддержать, то может и появиться вот сомнение в состоятельности профессиональной и угаснуть интерес к профессии, а такого человека терять не хочется. Программа «Земский учитель» федеральная, в составе нацпроекта образования она помогает привлечь педагогов в села, в поселки и города численностью до 50 тысяч человек. Вот и Таллинской школе Октябрьского района позволило полностью закрыть кадровый вопрос. Благодаря молодым педагогам, которых очень долго звал, на вакансии очень долго стояли на Роструде, были открытыми, обращались во все институты, во все инстанции, где только можно было. На сегодняшний день в нашей школе работает около 40 педагогов. Это 50% молодых специалистов. В прошлом году федеральный проект «Земский учитель» помог Ханты-Мансийскому округу привлечь в регион 9 педагогов. В качестве подъемных победителям конкурсного отбора 1 000 000 рублей на улучшение жилищных условий. Трудовой договор на 5 лет. Если вы любите детей, обладаете нужными знаниями, готовы к переезду, то смело можете рассмотреть предложение Югры. В регионе на 2023 год открыто 17 конкурсных вакансий. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Октябрьский район.